Всем привет! Вот у старт-шоссе есть такие брейки, или как, клещевые тормоза. И вот я когда нажимаю на тормоз, вот, нажал, вот сюда, посмотрите, и он как бы назад не уходит. Нужно мне под это. И вот у меня такое подозрение, что вот в этом изгибе, из-за того, что тросик толстый. Сейчас я попробую устранить вот этот изгиб. Головку на 10. Вот она, и ключ. Накидной на 10. Отворачиваем. Отвернули. Тут специальный такой болтик фасонный. Да, тросики, конечно, это нет старт-шоссе. Потому что толстенные. Еле-еле-еле отверстие их загнали. Ну куда, блин? Правильно? Поэтому их отрегулировать практически нереально. Наверное, я его поменяю. Тросик, который вот с таким трудом вытаскивается. Толстенный. Видимо, его уже меняли, потому что здесь вот другой толщины. Опа! Это я уронил. Уронил. Вот такой вот фасонный болт с отверстием. Сейчас попробую. Попробую вытащить все это дело. Теперь сниму эту рубашку. Вот она. У меня длина должна быть. Вот. Вытащим трусик. У нее должна быть длина максимум. Максимум вот такая. Вот это она. Короче, где-то на пару сантиметров. То есть никаких нету. Этих, ну, может, и не должно быть на стартах. Не знаю. Посмотрим. Ну, будем продолжать вытаскивать. Это я уже сам придумал, чтобы не гремел тросик. Но тросик толстенный, конечно. Так, у меня здесь был шимановский тросик. Вот посмотрите, насколько он тоньше. Прям существенно тоньше. Попытаемся его продеть. Если видно, здесь вот отверстие. Вот он. И вот мне нужно его туда продеть. Вот место, где регулируются задние тормоза. То есть вот этот вот болтик внутри полый, а сверху гайка, выворачивается вот в эту вот скобку. Вот в эту скобку. Вот ее можно ниже опустить, можно выше. Но надо было, чтобы вот это как можно прямее было. А вот этой гаечкой она контрагается. Сейчас попробуем. Сейчас вот этот вот. Вот эта скобочка, одной рукой неудобно, должна захватить вот этот вот тросик, вот через этот кембрик. Вот, и буду регулировать. Тормоза отрегулированы. Здесь вот зазор сделал, какой мне больше нравится. При помощи того, что подтянул вот эти вот лапки вверх и закрутил вот этот болт. А вот этим вот болтиком внутри отверстия. Значит, если поднимаешь вверх, то лапки сужаются. Если опускаешь вниз вот этот болтик, то лапки разжимаются. Я сделал как мне комфортно. Вот этой сейчас контрагайкой закручу. Ну и вот результат. Вот смотрите, вот раз. Они сразу схватывают. То есть тормоза будут теперь шик. Модерн. А то тросик был вот этот вот толстый. Он в этой рубашке. Рубашка еще вот так петлей была. В этой рубашке ходил плохо. Значит, сам по себе тросик. Вот он, видите, когда болтается, колотит. Я здесь сделал такой проставыш из системы. Надеюсь, нормально все будет. Все. Всем пока.
А, забыл еще сказать, вот эту рубашку я поменял на шимановскую. Здесь стояла, я не знаю откуда, с мотоцикла или с велосипеда. Вот она. Видите какая? Может и с велосипеда, с этого. Но тросик был явно не отсюда. Вот, сейчас поменяю вторую. Ну вот, и второй тормоз отрегулирован, установлен. Вот они, шимановские вот эти вот чехлы, или как их правильно, рубашки. Вот, неплохо подошли. Вот она. Вот они, тормоза работают. Вот, сейчас вот.